Всем привет, ребята! Привет! Наконец-то мы снова на связи. Смотрите, какие у нас красивые тюльпаны. У нас тут ярмарка открылась на площади, и мы дня три назад шли с курсов, увидели и решили купить. Тем более цена привлекательная. Ну да, и ярмарка работает до 2-3 часов дня. Как раз пока мы возвращались. Так, ребята, сегодня у нас выходной день, и мы сделали закупки. Закупки мы сделали. Бытовая химия на месяц и продукты на неделю. Шампунь такое. Сейчас и еще мы купили блокноты. А, блокноты для курса. Сейчас будем все рассказывать подробно, какие цены в Германии, на что поднялись цены в продуктовом, химии и так далее. И будем рассказывать, что мы купили вкусного, прелестного. Вот такой прелестный прям букет, я могу сказать, капусточки, чтобы делать салаты. Нам очень нравится. И... Салаты – это очень полезно. Убираем свежие. Так, начну с салатиков. Это у нас рукколы. Кафели мы не ходим, мы... Кафель у нас нет времени уже. Мы туда и не ходили никогда. Вторая сила. Пачка рукколы. Стоп, по 100 грамм. Помидорки у нас 4 штучки. А мне надо нести чек? Ну, хотелось бы подробнее рассказать, нет? Хотелось. Ну, давай сначала мы сделаем распаковку, да, а потом покажем чеками, мы расскажем. Вот помидорки сейчас еще такой. Я могу так сказать, 4 евро за килограмм. Помидоры, ну. Да. Это в Германии, кто находится, знает, может, это такие вот заправки для салатов прикольные, как итальянские, что такое. Разбавляем маслом и водой, получается отлично. Оливковое. Не оливковым, обычным. Оливковое стоит дорого, мы обычно используем. И в Германии все оливковое масло горькое. Сколько покупаем? Германии. Германия. Селедка. Селедка на... Евро 50. Будет времени что-то сделать. Лимончики по скидке были 99. Ты за 99 взяла? Да. Я за это переживала. Картошка, расскажи, что у нас случилось. Короче, Аня берет вот такую же упаковку картофеля. 4 килограмма. И а раньше, по-моему, не было, да? Так? Да, это первый раз, кстати. И я взяла вот так. Несу в магазин, иду с ней, иду, и она... Вся картошка по всему магазину. Настя побежала. Я потом просто ходила и собирала. Даже мне никто не помог. У меня были руки заняты помогать. Мука евро 80. Ну, 2 евро, можно так сказать. Мы взяли, потому что... Купили кабачки, что-то жарить. Давно кабачки уже в холодильнике лежат. Пускай будет, просто она всегда будет запасить, стоять. Воды взяли, минеральные, вот так. Дальше, это уже сладости пошли. Я не знаю, что это. Надо на курсы так просто брать, не знаю. Да, что-то перекусить, потому что там перемена 15 минут. Сладкое для головы. Кетчуп, майонез не было другого, но это тоже подойдет. Так, такой же майонез. Нормально. Как и обычно. Огурец. Сколько он стоит? Евро 59. Евро 59 штучка. А в нетто по евро 99. Так, еще одни сладости, батончики. Ну, тоже на курс. Потом. Все, один пакет готов. Спать хочу. Дальше салаты опять пошли. Я не знаю, как это называется, ребята, напишите. Премиум селт салат. Называется... На русском я не знаю, как это, и на украинском тоже. Кто-то говорил, что это шпинат. Все, Настя, давай. Виноград был по акции евро 79, а так 2. Так, капусточки все взяли. Видишь, сколько зелени. Зелень это очень-очень хорошо. Для разнообразия в этой жизни, чтобы не было скучно и сладко. Рюкзак, может, там сейчас еще продукты есть. Посмотрим. Не знаю. Ой, чего. Там мы еле донесли это все. Надо было видеть. Вон, 2 пакета там было. Там есть еще еда. Что дальше валяется на пол? Смотрите, гомилки. 5 штучек, 600 грамм. 3,29. Это хорошая цена. Да. А килограмм там написано? 5 штучек, да? Да, 5 штучек, 3,29. Хлебушек за 99 центов, самый дешевый в Германии. Вау. Сыр вкусный советую, лучше Филадельфия оригинала. Филадельфия в Украине вкуснее, чем здесь. Ну да, она как-то и другая. Взяли, а что она помнулась? Блин. Да ничего страшного. Короче. Шницель такой. Шницель, да. Мяско хорошее. Дали уже советую. Заморозить, да. Сколько она стоит, шницель? 4,80 по акции, да. А так? 6 или 5. Ну и так. Да, короче. Это я взяла себе на бутерброды, ну нам точнее сами себе, уточню.
Я такое не люблю. Прошутто, да, ну я что там говорю. Прошутто, типа, лаваши, пускай будут. Угу, может, с курицей там что-то. Придумать, да, с курицей. И сделать. Целый стол уже. Это все морозить, филе. Будет закидываться на потом, да. Филе. 600 грамм, да? Цена? 5? А, да, стоила 6. Она стоила 6 за 600 грамм, а сейчас скидка на евро, стоит 5. Угу, дальше. Тунец, евро 59. Я не знаю, сколько. Стоит 200 грамм. Можно делать салатик с тунцом, можно просто есть тунец. Так, дальше, шоколадка, все. Кстати, тунец мы брали и подороже, и это самый дешевый, разницы у них никакой. У них никакой разницы, реально. Из еды все. С продуктами мы закончили. Сейчас я это все уберу и продолжим. Уже. Нет, ты скажи стоимость этого набора и принеси чек. А он где? У меня в кармане. В куртке. Ребята, а пока Настя несет чек, напишите, как вы думаете, сколько обошелся? В какую стоимость обошлись эти все продукты? Вот просто приблизительно, как вы считаете, вот сколько? А те, кто живут в Украине, то плюс-минус напишите, сколько бы у вас сейчас обошелся бы такой вот набор продуктов в гривнах. Очень интересно. Итак, тот, кто написал, спасибо большое. Тот, кто не написал, то просто смотрим, сколько же. Можете, сейчас фокусирую, можете потом поставить на паузу и посмотреть, сколько же что именно стоит. И где здесь цена? 50 евро 42 цента. Вот так вот, ребята. Такой вот у нас... Что оно не фокусируется? Такой вот у нас набор продуктов. Сейчас, как вы считаете, немножко... сильно дорого это или... Я не знаю, куда мне сильно, я не знаю. Но это нам на неделю по-любому. Ну, больше не знаю, больше. Ну, будем надеяться, что на неделю. Сейчас. Ты меня приостанавливать видео? Да как хочешь, я могу. Может, не... Ну, а теперь у нас идет химия. Бытовая химия, пробили, шампуни, да, зубные пасты и так дальше. Что вот такое у нас? Тяжело. Так, вот так, это мы были в Action, Action, не знаю, как правильно говорится. Купили вот такой набор тряпочек. Угу. 10 штук. Евро 80. 2 евро. Ну, выгодно в плане того, что тут 10 штук. Да, нормально. Началки 79 центов для посуды. 50 денег, по-моему. 59, нет, 59 было. Так. Дальше. Это уже у нас пошел рост. Бритвы. Евро 70. Гель для душа по скидке сейчас 2,85. 3 евро, считайте. Шампунь я себе купила, вот такой набор. Не знаю, попробую эту маску. Шампунь. По 4 евро. Так, для волос. Тоже 4. Вон, 12 евро. Расчесочку купили новую, потому что уже старенькая. Расческа 7 евро или 8. Для стирки взяли Ариэль. Попробуем Мариэль, всегда приводим, да. Пользовались, но попробуем Мариэль. Дороже, кстати, на евро. Мочалочку я себе взяла. Мочалочка? Сколько мочалочка? Ой, я уже не помню, она там что-то интересно. До евро. Ну ладно, давай. Маску я взяла на всякий случай. Для лица. Гарниер, кстати, самый лучший гарниер. Мыло, мыть ручки. Так, шампунь Аня себе взяла. Какой? Я обычный беру. Рексона дезодорант. Дальше пакеты мусорные. Угу. Зубная паста. 2 евро, по-моему. 99 центов, кстати, продается без упаковки. Я замечаю всегда, что немцы берут большинство, чтобы сэкономить, берут просто... Так она ничем паста. Не отличается. Да, тоже на упаковке. Хорошо, зубная паста. Паста, господи, Колгейт. Расчесочку взяла себе на курсы. И салфетки тоже. Расческа 2 евро, такая маленькая. Да, вообще дорого. Что, салфетки? Тоже на курсе взяли. Подожди, это все? Вроде бы да. А, ну сейчас еще. А, в Росмане вот это все. Опять-таки, как вы считаете, сколько нам это могло бы обойтись? 46 евро, даже 47. Вот, давай, остановим.
этот, кто захочет, тот остановит. Такие вот цены. 46,29. Что, забыла показать шоколадку? Взяли валки, самые дешевые. Ну да, так и есть. Дальше у нас уже... Что там у нас дальше уже? Дальше мы купили ручки зошиты, тигранзи, просто для курсов. Так, вот такие ручки, 3 штучки. 2 евро. Затирачки сколько они? Затирачки, стиралки. Стиралки, затирачки. Евро. Евро. Дальше. Дальше 2 папки по 88 центов, потому что нам иногда дают бумагу, на которой есть задание. Поштучную такую бумажку дают, там задание надо делать домой. И поэтому пришлось взять 2 евро вот две папочки. И взяли вот такой набор аниме, такие тетради. Нам наш учитель посоветовал взять именно... Чтобы можно было листик. Листик которого... вырвать, я не знаю для чего, что-то может неправильно, вот я уже вырвала. Ну зачем? Нечаянно, я нечаянно, но... Все ясно. Так он, блин, сам по себе. Да, ребята, видите, ну, все цены. Ребята, 100 евро. Оп. 110 нет. Даже, Настя. Ой, как вы думаете, реально прожить в Германии на пособие или нет? Нам это очень интересно с нынешними ценами в Германии. Ну, реально надо экономить. Ну, понятно, что экономить, но мне интересно, кто как напишет. Вот, например, там семья. Там писали, что, мол... Что вы рассказываете, что вы 50 евро тратите в месяц на химию? Ну вот. Ну не, понятно, ну, да, здесь там... расческа не входит, да, и что тут еще? Мы же не покупаем, посмотрите, я не знаю, это я еще не пробовала, Ариэль. Перволь, да, это назывался. Ну, да. Я не покупала для запаха, потому что перволь, он уже идет с запахом. Там я брала фиолетовый и красный. А кто-то покупает там добавки до порошка, там мыло, ну, и так дальше. Капсулы. Зачем, ребята? Вы просто переплачиваете. Я вообще не вижу смысл химию постоянно использовать. Вот, взяли рель, постирали вещи, все классно. Да, можно купить там специальные капсулы набои, но не здесь, я считаю. Тем более, если вы не работаете, ну, мы не можем позволить себе, чтобы как-то сэкономить хотя бы немножко. Надо срочно учить язык, стараться и... идти на работу, устраиваться. Да, будем стараться. Сейчас вот курсы начались. Пока что, ребята, неделя прошла, пока что ничего понятного. Книжки мы, кстати, купили. Можем показать? Если да, ну, потом. Да. Купили книжки, 27 евро за книжку. В общем, 54 получилось. Как-то так будем. Да, будем на следующей неделе. Учитесь. Да, пройдем курсы. Может, станет более интереснее, подробнее и яснее. Будем рассказывать, как что проходит. Может, даже после курса. Ну, мы еще будем. Включимся, да, сегодня. Пока я сейчас выставлю такую вот нашу распаковку, ребята. Пишите, как вам, как вы считаете, дорого это или недорого. Да. 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 Всем прекрасного вечера, прекрасного дня. Хороших выходных вам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Будем очень этому, пожалуйста, рады. Это нас мотивирует реально снимать видео, если мы видим, что вы нас лайкаете, что вы нам пишете. И хочется снимать. А так, честно говоря, в последнее время нет уже даже настроения снимать для вас ролики. Потому что никто ничего не пишет. Уже даже гадости перестали писать, прикинь. Не, ну, конечно, есть там. Ну, такое. Ладно, ребята, будем на связи. Всем пока. Пока. Настя.